Уважаемые представители средств массовой информации, я обещал, что сегодня выступлю с коротким брифингом о действиях Демократической партии в Гагаузии. На протяжении 7 лет в Гагаузии происходили демократические перемены и преобразования, главной стратегической задачей которых было превращение автономии в модельный регион. Мир действительно нуждается в таком позитивном примере, когда малый по численности народ получает свою государственность при сохранении территориальной целостности государства. Наша стратегия оказалась востребованной и получила поддержку международного сообщества, благодаря чему нам удалось привлечь в автономию только грантовые средства, я не говорю про инвестиции, на сумму более чем 300 миллионов лей. В своей работе наша команда проводила активную региональную политику, следуя одному из главных принципов современной Европы. А современная Европа – это Европа регионов. Гагаузия стала узнаваемой в мире. Нам стали помогать наши региональные побратимы из многих государств мира. Ключевым направлением нашей работы, безусловно, было выстраивание эффективного сотрудничества с правительством Республики Молдова, которая была основана на взаимоуважении и соблюдении национальных интересов нашей страны. Мы искренне полагали, что наше стремление совместно работать на благо Гагаузии и Молдовы будет оценено в Кишиневе. Мы рассчитывали, что у руководства правящих партий есть понимание государственного интереса, и они вместо проталкивания своих клановых интересов, вместо подкупа и шантажа гагаузских руководителей предпочтут совместную с нами работу на благо автономии и Молдовы. К сожалению, должен констатировать, что не всем руководству Молдовы пришлась по душе наша политика. Не все оказались способны отодвинуть на второй план узкопартийные интересы, и не все согласились с возросшей активностью Гагаузии. Помимо откровенно прорумынских и известных своей антигагаузской позиции либеральных деятелей, среди противников развивающейся Гагаузии оказались и силы, рядящиеся в костюм государственников. Буду откровенен. Из всех партий, наплевавших на национальные интересы Республики Молдова, в угоду своих политических кланов, явным фаворитом стала Демократическая партия Молдовы. Можно привести десятки примеров, когда Демократическая партия Молдовы использовала свои рычаги и блокировала выделение автономии положенных средств, вмешивалась во внутренние дела Гагаузии, провоцируя дестабилизацию общественно-политической ситуации в крае. Вместо поддержки наших инициатив организовывала целенаправленную кампанию по дискредитации гагаузской автономии в глазах наших международных друзей. Одним из ярчайших примеров отношения демократов в Гагаузии стали чинимые препятствия для включения автономии в правительственную программу регионального развития, откуда мы не получили ни одного лея из почти уже 500 миллионов освоенных районами Молдовы средств. Более того, в насмешку над автономией нас планируют включить в эту программу, прошу обратить внимание на это, в пятом квартале 2014 года. Эта же партия, не получив на выборах Народное собрание Гагаузии ни одного депутатского мандата, просто купила себе 16 политических тушек и подмяла под себя еще ряд депутатов, используя государственные органы власти республиканского уровня. Демократическая партия на этом не остановилась и продолжила наращивать влияние своей организованной политической группировки в автономии за счет ряда политических деятелей, увешанных большим количеством уголовных дел, ниточки которых регулярно стали подергивать в прокуратуре и Центре по борьбе с коррупцией. Своими действиями Демпартия преследует несколько целей. Первое. Протащить на должность башкана Гагаузии послушного человека, который должен им обеспечить голоса на парламентских выборах. Второе. Полностью лишить Гагаузию международной финансовой поддержки, что позволит выставлять автономию нестабильным и сепаратистским регионам,
выживающим за счет дотаций от центральной власти. Последний политический спектакль, срежиссированный Демпартией и проведенный 7 ноября в Камрате, не оставил мне никакого выбора, кроме как начать открыто называть организаторов и режиссеров этого унизительного для граждан Гагаузии и Молдовы представления. Я не вижу смысла обращаться к гагаузским куклам ДПМ, выступавшим на митинге. Я хочу обратиться напрямую к руководителю Демократической партии господину Мариану Лупу. Пусть вас и считают лишь номинальным главой. Пока вы занимаете пост председателя, вы несете главную ответственность за действия своей партии. Господин Лупу, о методах вашей партии есть много разнообразной информации. Но то, до чего дошла ДПМ в Гагаузии, бьет все рекорды по степени цинизма и моральной деградации. Вы опустились до такого уровня беспринципности, что заставили выйти на митинг даже обитателей Камратского дома престарелых, в том числе и тех его постояльцев, которые находятся на учете у психиатра. Вместо государственной поддержки и помощи этим несчастным старикам вы угрожаете им лишением крова, заставляя участвовать в вашем грязном политическом балагане. Вы заставили держать их в дрожащих руках плакаты с позорящими гагаузский народ надписями и транслировали это на весь мир. Как можно назвать ваши действия, если не моральным преступлением? Господин Лупу, вы перешли ту черту, за которой даже самый циничный политик теряет последние черты человечности, превращаясь в омерзительное существо, которому чуждо понятие морали и совести. Уважаемые журналисты, в подтверждение вышеозвученного я оставлю вам фотографии этих стариков и их данные. Надеюсь, что вы займете сознательную гражданскую позицию и окажете содействие в объективном информировании общества о данном действии руководства Демократической партии Молдовы. Граждане имеют право знать полную информацию о тех, кто ими управляет. Я также направлю в соответствующие европейские структуры подтверждающие документы. В любой цивилизованной стране аналогичные действия означали бы для политика моментальный конец его политической карьеры и однозначно уголовное преследование. Поэтому я хочу призвать господина Лупу, если у него осталась хоть капля ответственности, незамедлительно подать в отставку с поста председателя ДПМ из должности депутата парламента Республики Молдова. Вы, господин Лупу, не демократ. Вы позор демократической Молдовы. Вы позор для всего политического класса и населения нашей страны. Поэтому прошу вас, избавьте Молдову от своей демократии. На предстоящих через год выборах Башкана Гагаузии ваш кандидат, которого вы назначили своей любимой политической женой, не получит для него заветный пост. Ваша партия получит от гагаузского народа не голоса, а уши от мертвого осла. Люди уже давно поняли, что за фасадом вашей наигранной интеллигентности и европейского говора прячется обыкновенное жлобство, цинизм и отсутствие любых моральных рамок. Гагаузия скажет вашей партии решительное «нет» и на парламентских выборах. После ущемления интересов Гагаузии и дискредитации ее имиджа, после издевательств и унижения наших стариков, все это лишь самая малая часть из того, что вы заслуживаете. Я вам гарантирую, что как Башкан Гагаузии, как лидер партии регионов и как простой гражданин, я буду использовать все возможности, чтобы рассказывать населению Молдовы о тех безобразиях, что творите вы и ваша партия в гагаузской автономии. Многие члены вашей партии уже массово вступают как в партию регионов, так и в другие политические формирования. Потому что то, чем занимается ваша партия, те методы работы, которые использует ДПМ, не могут не вызывать чувства отвращения у адекватных людей. В завершение хочу коснуться темы моей отставки, которой добивается Демократическая партия. Вы не учитываете самого главного. Ваши аргументы – это денежные и административные ресурсы.
силовые органы и прокуратура, а также прикормленные, готовые на все политические боевики в Гагаузии. Но за мной стоит народ, который меня избрал на свободных прямых выборах. И именно народ Гагаузии является моим хозяином, и я буду его защищать, и тех стариков, которых вы использовали, и бюджетников, и даже тех, которых вы принудительно сгоняете на свои постановочные акции. Благодарю вас за внимание. Вы можете получить здесь эти документы, подтверждающие есть. Это был короткий брифинг. Спасибо.